Да, ей сейчас надо постараться будет. Перестал уважать за такой вид, вот, который мне подарил ремень из буйволовой кожи и с коллекционной пряжкой из коллекционных серебряных долларов. Направо сейчас, да? Мы же оттуда пришли. Ну, все, пошли. Это правая сторона наша. Четные дома справа же должны быть. Мы же ушли туда, а должны были идти налево. А мы пошли направо. Из кафе мы пошли направо, а нам надо было налево. Вот мы идем по Авенида Корриентес. Корриентес. Авенида Корриентес. Давай. Вот тут типа кинотеатра, наверное, что-то. Или мюзикла какого-то. Yeah.
ошибку с этой стороны стоит. Ну, пойми, ведь я-то знаю, что мой банк после договора. Они это сделали. Да. Все. Что они еще? Ну да, они должны, по идее, пошли в этой ситуации разбираться с визой. По идее. А они прислали же письмо, что, пожалуйста, заблокируйте все транзакции. Мне они по телефону сказали, мы сейчас видим только, что деньги перечислены. Может, клубничку купить? I don't speak Spanish. Там же ежегодный на обслуживание должны $25. А куда же 40